Здравствуйте. Это «Народная студия». Новый музыкальный проект на Омском телевидении. Вас приветствуют Алексей Голиздра и Ирина Попова. Каждую неделю мы представляем вам трех участников нашего шоу. Трех народных талантов, готовых войти в профессиональную звукозаписывающую студию, чтобы спеть для вас свою лучшую, я бы даже сказал, лебединую песню. Каждую неделю группа экспертов оценивает вокальные и сценические данные наших конкурсантов и решает, кто из них продолжит борьбу за главный приз. На прошлой неделе в народной студии записывались Анастасия Пепеляева, группа Кеша и компания «Бедунов Дмитрий». Напомним, как это было. Елена Ваенга ее накрыла своим творчеством. Нет, наверное, нет. Все-таки, наверное, больше Ани Лорак ее накрыла своим творчеством. Вещь своя, все нормально у них, все понятно, но не хватает просто образования, наверное, чтобы все расставить по местам, и вот этих провалов не было. Припев пошел, все нормально там. Надо эстетику эту понимать, да. Хорошо. Мне тоже нравится. Из трех, вот мне нравится вот это вот больше всего. Ну, в общем, да. Итак, первым финалистом нашего проекта стал Бедунов Дмитрий. Но у вас еще есть возможность проголосовать на нашем сайте golizdra.ru за понравившегося участника и тем самым открыть ему дорогу в наше финальное шоу, которое состоится в мае на одной из концертных площадок Омска. Любимец публики будет бороться за главный приз наравне с теми, кого выберут наши эксперты. Виктор Дзаташвили, заслуженный артист России, главный балетмейстер Омского ТЮЗа. Иван Белоусов, музыкальный продюсер. Анна Шинковая, лауреат международных конкурсов, солистка Омской филармонии, преподаватель. Итак, если наши сегодняшние участники готовы, я жду их прямо в народной студии. А мы с вами познакомимся с теми, кто споет для вас сегодня. Коваленко Дмитрий, Баженова Яна, группа «Стерео». Баженова Яна, 6 лет. Занимается эстрадным вокалом и бальными танцами. Много выступает на различных концертных площадках города. За этими маленькими плечами есть даже опыт участия в международном конкурсе красоты. Очень самостоятельная и смелая девочка. Ну, привет, Яночка. Ты готова нам что-нибудь спеть? Да. Как называется песенка, которую ты будешь петь? Кашалот. Кашалот. Ну, я желаю тебе удачи. В путь. Попрошу тишины в студии. Пожалуйста, работаем. Да, таких маленьких участников у нас еще не было. Но Яночка уже вполне готовый артист. У меня который год, кашалот живой живет. Разноцветный кашалот, полосатый в крапинку. Просто прелесть кашалот, и танцует, и поет. Только жаль, что не растет, не растет. Это популярная песня? Очень давно была популярная песня. Который год, кушай кашу, кашалот. Кушай кашу, кашалот. Кашалотик, кашалот. Тот, кто ест ее, растет по 4 метра в год. Кушай кашу, кашалот. Кашалотик, кашалот. Отлично. Дверь мой дом гремит как гром. Красный ребенок. Да. Хорошо интонирует для 5-летней девочки. Попадает, все. Красавец. Очень симпатичный, смотрят, да. Смотрят, как мой кашалот через соску воду пьет и пускает в потолок звонкие фонтанчики. Я прошу, который год, кушай кашу, кашалот. Кушай кашу, кашалот. Кашалотик, кашалот. Прекрасно. Снято. Коваленко Дмитрий, 13 лет. Первым разглядел талант Дмитрия школьный педагог по музыке. С тех пор, вот уже 6,5 лет, Дима поет на разных сценах Омска. В дополнение к вокалу Дмитрий мечтает научиться играть на фортепиано и гитаре. Свое будущее он видит только в творчестве. Ну что, привет, Дмитрий.
Какую песню вы сегодня будете петь? «Моя Россия». «Моя Россия». Ну что ж, добрый путь. Желаю удачи. Спасибо. Ну что, все готовы? Если готовы, поехали. Рекомендую, очень интересный артист. Хоть и юный у нас вокалист Дмитрий Коваленко, но это Робертино Валенти. Ты до боли нежная, вечеров печаль, грусть моя безбрежная, раненая даль. В тишине березовой сокровенный час, серебром колодезным ты крестила нас, серебром колодезным ты крестила нас. В слезах полей, в крестах церквей живет надежда, любовь и сила. Храни тебя от горьких дней, храни тебя от горьких дней, храни тебя от горьких дней. Моя Россия, моя Россия. Ты такая грешная, с верою святой, то глядишь невестою, там то уже процесс домой идет, и поэтому с интонацией. Немножко, да. Значит, колея, отдохни, усталая, родина моя. Уже на самом деле все уже началось и подсипывает чуть-чуть. Я тоже не могу понять, он понимает так вот это все или просто поет. В крестах церквей живет надежда, любовь и сила. Нормальный пацан. Храни тебя от горьких дней. Вот даже вот этого, да, от горьких. Вот, а оно из раза в раз, он не может уже это. Вот этот переход из вот этот микс, вот там, он, это сложно же где-то угадать, прям попасть-то. И у него, видишь, ездит все время вот эта нота. У тебя достаточно свободная челюсть такая, смотрю, мышцы такие. Молодец, парень. Патриотичная песня. Группа «Стерео» объединяет в себе музыкантов от 22 до 35 лет. Несмотря на столь существенную разницу в возрасте, нынешний состав группы можно считать коллективом единомышленников. Все участники группы – профессиональные музыканты с опытом работы. О себе ребята говорят: кумиры молодежи, гордость своих родителей и одна из лучших команд – это мы. Вот они, вот они, вот они. Группа «Стерео». Ну что, друзья мои, как настроение? Отлично. Готовы? Готовы. Что будете петь? Рыбу. Рыбу. Рыба моей мечты. Добрый путь, друзья мои. Удачи. Спасибо. Так, тишина в студии. Пожалуйста, работаем. Рыбок, я знаю клевые места, где море девичьих улыбок. Поймать чего-то как густо, но только ты, рыба моей мечты. Только ты, рыба моей мечты. Но только ты, рыба моей мечты. What?
клюет, тогда полсотни могу я за ночь натаскать. От Ленинградки и до Капотки гуляет всякий, много таникать, но только что, ты, это, наверное, да? Произведение. Только ты, рыба моей мечты, но только ты, рыба моей мечты. Часто пираньи тоже, но я ловил. Но как-то раз с огромной пастью попался прямо крокодил. Но только ты, рыба моей мечты. Только ты, рыба моей мечты. Но только ты. Но он вообще, я знаю, что он бывает намного чище поет. Мне команда нравится, а вокалист не... Команда хорошая. Ровненько так все. Ну так еще там такие тоже сидят. Играют. Парни-то не слабые. И стилистика не совсем понятная, честно говоря, куда они, в какую сторону двигаются. Записано. Итак, сегодняшние соперники исполнили свои песни. Теперь задача экспертов – выбрать среди них того, кто пройдет в следующий тур. Слово экспертам. Ну, я бы вот эту девочку бы взял с этим кашалотом обязательно, потому что надо обязательно ее брать. Дальше и вот этого... Последнего. И последних тоже. Последний. И последних тоже. Я бы взял трех, всех трех. Мы берем всю тройку. Всех троих. В студию, народную студию, следующий этап проходит вся тройка. Я вас поздравляю, вы сделали это, молодцы! Что вы чувствовали, когда вошли в студию и спели свою песню? Ну, все прошло замечательно, в студии было очень уютно, работали очень быстро, отснялись очень хорошо. Что вы думаете, как у вас все получилось? Среди профессионалов очень приятно работать, и все получилось хорошо. Как тебе, понравилось в студии? Да. А что тебе понравилось больше всего? Мне понравилось петь. А вам слово, вы сейчас можете обратиться к своим болельщикам и сказать им, ну, какие-то такие слова, чтобы они голосовали именно за вас на нашем сайте. Дима? Если вы считаете, что я хорошо выступил, голосуйте. Коротко и ясно. Дорогие зрители, наши фанаты, голосуйте за группу «Стерео». Мы вас любим. Всем привет. Главное не победа, а главное участие. Голосуйте за девочку тоже. Ну что, как ты думаешь, много твоих друзей, подруг проголосуют за тебя? Да. Голосуйте за своего любимца на сайте galizdra.ru, и он станет участником гала-концерта, который состоится в мае этого года на одной из сценических площадок города. А также сможет побороться за главный приз, который победитель выберет сам. Это может быть запись альбома, съемка видеоклипа на свою песню или рабочий контракт с продюсерским домом «Гализдра». Ну а мы с вами встретимся ровно через неделю и услышим еще трех участников шоу «Народная студия». С вами были Алексей Гализдра и Ирина Попова.